Здравствуйте, люди! Здравствуйте, не люди! С вами снова я! С вами снова я! Не первый, не первый, но и не последний московский видеоблогер, и вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице, мои хорошие, да-да, не удивляйтесь, 8 марта, Международный женский день, 2018 год. И несмотря ни на что, я снова плюнул на всех, на все. А московское время уже, мои хорошие, составляет без 15 часов 9 вечера. То есть уже вечер, и я решил, на ночь глядя, с Леночкой, с моей любимой, вот такой вот, покушать с чайком, с горяченьким, тортик от фирмы «Каждый день». Называется торт-суфле. Это наподобие птичьего молока. Птичка, невеличка, птичка, 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 невеличка. Вот, я уже, мои хорошие. А, кстати, забыл сказать, здесь полкило. И вот я уже разделил. Видите, тортик это разделил. Вот, нам по два кусочка. Вот таких вот получилось. Итого вот эти вот два кусочка, вы не поверите, ребятушки, 250 граммов. Вот, вот здесь вот на тарелочке у меня уже, видите, лежат два кусочка разрезанных. 250 граммов. И вот здесь вот два кусочка, соответственно, тоже 250 граммов. О, прибавляем и получаем ровно полкило. Видите, как, ребята? И вот с чем, вы скажете, я буду этот тортик сегодня употреблять? Да вот с чем, вот с таким вот чаем. Ленка моя будет сегодня с зеленым чаем этот торт кушать. Жасмин Ява называется. А я буду с черным, решил с черным наслаждаться, обалдеть буду с черным. Принцесса Нури называется, высокогорный Нури. Вот, как всегда, я себе заварил такую вот большую бадью, и вот которая чашечка поменьше. Ну все, ребятушки, хватит болтать, нужно приступать нам к делу. Все, дегустация на канале «Московский обжора» начинается. Все, поехали, мои хорошие. И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. Сегодня международный день. Нужно больше улыбаться, радоваться, плясать, веселиться. Сегодня праздник, сегодня 8 марта. И поэтому я хочу от чистого сердца, мои хорошие, вам передать, дорогие женщины, воздушный привет и пожелать вам, пусть у вас все будет хорошо, не болейте, не хворайте, крепкого вам сибирского здоровья, семейного благополучия и всего самого-самого наилучшего. А я московский обжорка, московский обжора, буду сейчас дегустировать вот такой вот торт, который называется от фирмы «Каждый день» суфле, торт, птичка, вот, 500 граммов. А где этот торт делают, сейчас я вам скажу, мои хорошие. А, город Москва, хлеб-сервис, Красноказарменный, все ясно, у меня на родине. Когда-то я там неподалеку раньше жил, на Красноказарменной улице, да, неподалеку я там когда-то жил. Ну, только неподалеку. Ой, как много, даже не верится, что здесь 250 грамм. Даже не знаю, как его кусать, ребята. Мне, наверное, в ротик, в мой нежный, эротичный не влезет. Давайте я буду все-таки его, это ложечкой, как бы, кушать. Ложечкой, мои хорошие. Сейчас я вам это самое, камеру, как сказать, опущу, чтобы вы видели, мои хорошие. Ну, давайте так пока, мои хорошие, попробуем. А то я, дядя крупный, не помещаюсь в объектив. Давайте попробуем, как... Ой, такой нежный. Ну-ка, попробуй. А чё, ничего. Суфле. Птичье молоко, да. Ну,
Да, ничего, вкусно. Да, нежно. Кто любит птичье молоко, в самый раз. Да. Вкусно. Ням-ням. Да еще с горячим чайком. Вкусно, мои хорошие. Ням-ням. Ням-ням. То же самое можно было бы взять с картинки. А зачем нам переплачивать за бренд? За рекламу, за картинку. Да, достойный тортик. Суфле. Поставлю пятерку. Вкусно. Вкусно. Да. В меру сладкий такой. Сочный такой. Ядреный, насыщенный. Шоколад очень быстро тает, поэтому руки пачкаются быстро. Видите, как я много ем? И не толстею. Потому что спортом много занимаюсь. Пойду пописываю, покакаю. Да, птичье молоко вообще. Вкусный торт. Я сегодня хотела взять сказку, но думаю, блин, не знаю. Ленка сказала, что лучше птичку взять. Суфле очень нежное, легкое. Очень много шоколада, такой вообще ядреный.
Своих денег торт стоит. А с чем я буду его сравнивать? Любой торт возьми, хоть за 1000, хоть за 2. Один хрен. Везде химия. Не первый, не первый, но не последний московский видеоблогер. Поэтому, мои хорошие, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте делиться моими видео в ваших социальных сетях, особенно ВКонтакте, не забывайте рекомендовать мой канал вашим друзьям и подписчикам. Ну и вообще не забывайте про колокольчик. Колокольчик нужен для того, чтобы вы всегда знали и были в курсе последних моих событий, когда я загрузил то или иное видео на свой канал. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, пальчики кверху и дизы ставьте, если вам от этого легче, мои хорошие, на душе. Вы же нездоровые, мои хорошие, поэтому ставьте дизы тоже, ставьте больше дизы. Я плакать не буду, я уж ко всему привыкла. Вы просто-напросто показываете свою дунь. Ой, объелась я. Ой, обжорка. Московский обжорка объелся. Ой. Московский обжорка объелся. Московский обжорка устал. Московский обжорка сейчас пойдет спать. Ай-ля-ля-ля-ля-ля. А вот уже почти закончилось наше с вами 8 марта. Как же быстро время летит, это просто какой-то пипец. А московский обжор рулит, а московский обжор рулит, а московский обжор рулит, московский обжор рулит. Идет по правильному курсу. Собаки лают, а караван идет. Собаки лают, а караван идет. Нам-нам. Много все-таки, 250 граммов я съела. Можно было бы оставить на два раза. Но я же московский обжорка, поэтому я решил все съесть. Было очень вкусно, ставлю 5. Все, всем пока.
Пока.